Приветствую всех на канале. Продолжаем прохождение игры Bomber Crew. Bomber Crew выбираем, загрузить игру. Планы на вечер, все тот же у нас бомбер. И идем в инструктаж. У нас вроде бы все стоит. Все самое лучшее. И у меня есть вражеский урон понижен для следующих одних заданий. То есть для одного задания выберем финальную миссию. Важное задание, операция возмездия, да, получается? Наши шпионы обнаружили местоположение бункера фюрера. Он находится под большой площадью на западе города. Один точный бросок сейсмической бомбы с большой высоты, и войне конец. Начать задание, я так понимаю, что мне надо будет забраться прям высоко-высоко. Важное задание, операция возмездия, погнали. Тогда возмезднем ему. Фюреру. Сразу бери среднюю высоту тогда. Попытаемся залезть повыше. Тянуть 7, 8 минут, 9 минут. А что по бакам? Почти полный. Для сброса сейсмической бомбы необходимо убрать створки бомболюка. Не допускайте ее чрезмерного повреждения. Помните, что эту бомбу следует сбрасывать с большой высоты. Да это легко. Тогда низко. Это задание не из легких. Полагаю, враг будет сопротивляться до последнего. Он уже в прошлой серии до последнего сопротивлялся. Эх ты, вот это у меня бомба. Вот это бомба. Жесть. Так, и мне надо будет на самую высокую высоту забраться. Попробуем. Так, это получается, не знаю, может быть, какие радары, да, давай связь с разведкой. Если что, будем проводить вручную его. Что там, на карту что-нибудь добавили? Пока ничего не видно. И давай объединенная, пока что поэкономим немножко топлива. И на самом деле я не знаю, как быстро мы взлетим. Точнее, сможем набрать высоту. У меня нет теплой одежды на экипаже, все в броне. Но я думаю, если они немножко подмерзнут, ничего страшного не будет. Наверное. Может быть. Посмотрим, как получится. Так, летим на объединенном. Что ты нам скажешь? 6 минут 20 секунд. 6 минут это довольно долго. О, и вы уже здесь, да? Вы уж сразу начинаете нападать. Давай, курсовой пулемет, готовься. Будем тоже огрызаться. Желательно, чтобы по нам сейчас никто не прошелся в очереди. Давай, тебя сразу дадим. Тебе зажигательный. Чтобы ни одного попадания по нам не было. Так, пока хорошо. Хорошо, вообще хорошо. И так меня устраивает. Что ты нам скажешь? 5 минут 40 секунд. Связи с разведкой нету. В откате. Все, летим тогда. Летим бодро. Ага, вот новый курс у нас. А главное, я не знаю, где-нибудь за минуту, может быть. Или придется мне, наверное, там покружить. Если будет облака, я же не смогу забомбить. А как мне по-быстрому забраться на самую высокую высоту? Не знаю, ни разу не проходил такие миссии, чтобы с сейсмической какой-то бомбой. Но подозреваю, что высоте нужна... Связь с разведкой готова, дай-ка мне информацию, пожалуйста, радист. Что у нас там по разведке? Пока никаких новых разведданных. Хорошо. Где ястребы? Вижу. И там где-то. Ага, вот тут даже где-то. Так, отмечаем их. Отметили. А кто у меня первый-то? По идее, будет вот этот, да, стрелять первый. Я надеюсь, там облаков не будет, сейсмические бомбы, чтобы кидать.
Мне бы подсветку бы какую-нибудь, если там облака будут. Хотя не знаю. Посмотрим. Если что, фугасными раздадим прям. А, и спина у меня еще может стрелять. Я фугасный еще только открыл. Поэтому использую фугасный. А, они что, не... За мной не пойдут? Нет, за мной не пошли. Новый курс проложен. Так, вражеские истребители обнаружены. Давай. Еще раз попытаем удачу. Сколько мне лететь? 2.30. 2.30, 2.20. Дождь идет. Темнотень, вообще ничего не видно. Где-то, наверное, на минуте будем, да, набирать. Еще и ястреб. А где он тут? Радар, быстрее. Так, все стреляют. Давай, фугасный. Ты зажигательный. А ты высоту побольше. Где-то здесь истребители. И, пожалуй, вызову-ка я. Да что ты будешь делать-то? Сядь, пожалуйста, за вот этот пулемет. Давай, 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 давай. Все, иди обратно. Ты, иди чини. Ты у нас. Я не знаю, конечно, давайте уклонение нажмем. По нам сверху стреляют, а мы в ноль. Мы вообще в ноль, реально в ноль. Он сидит, ничего не видит. А это плохо. Хиль давай. Где ты у нас? Автоматическая маркировка. Мне необходимо сейчас что сделать? И штопор. Ну, я не знаю, у меня все тут подмерзли так. Меня обстреливают очень жестко. Ты давай фокусировка на всякий. У меня двигатель еще горит. Только почему он горит, я не знаю. Но знаю только одно, что это жестко. И мне необходимо... А он замерз вообще у меня насмерть. Ну, не насмерть. Так, давай тогда. Высота высокая. Ты мерзляк. Выбираем бомбу, смотрим за высотой. Ты у нас хиль давай. Чё по высоте? Да, понятно, пусть горит пока что двигатель. До высокой высоты я не дотяну, наверное. Я вообще ничего не вижу. Я здесь не вижу ничего. Ты сядь на место, пожалуйста. Где у меня моя цель? Я цель не вижу, если честно. Сейчас будем что-то придумывать. Автоматическая разведка. Сейчас еще раз выделяем. Я просто не понимаю, где моя цель. Почему у меня радар не работает? Чини. Где она? Вот она, да? Это же она? Давай, низкая и штопор. Мина еще летит там или что? Да, я уничтожил эту цель. Не понял. Давайте тогда на базу лететь. Все, у меня других вариантов нету. Радист, связь с разведкой. Я не знаю тогда, как мне скидывать просто эту бомбу. У меня уже один откинулся. Мне сейчас главное сохранить экипаж. Иди сюда.
люди и воресы. У меня вообще все жестко. У меня прям веселуха полная. Дабы на такой высоте летать, это мне надо... Да, это мне надо. Попробуем, конечно, зайти еще и на второй заход. Если дойдем, ты... Киль, давай вот этого. Ты у меня, садись за пулемет. Радист. Автоматическая маркировка. Бело. Уклонение. Ты хилишь, да? Мне надо сейчас тогда похилить еще пилота. Все, маневр уклонения мы сделали. Пытаемся как-то уйти. Зажигательный. Все, сбили. Да, я не представляю, как тогда. Давайте мы тогда выберем им всем утепленный костюм. Потому как других у меня вариантов нету. Куда ты пошел? Куда ты летишь? Ой, хорош. Хорошо, прилетела молния. Сюда уходим, налево. Меняй курс. По топливу вроде все нормально пока что. Да хорош! Хорош! Сейчас мы им просто возьмем всем теплые костюмы. Так, маневр есть, уклонение от зенитного огня? Есть. Ты у нас что? Это что такое? Иди хилься. А я не понял. А мы горим. Огнетушитель. Ну бери огнетушитель-то. Туши. Тело. На место, быстро. Сейчас опять разобьюсь. Да? Нет. Фу. Высоту среднюю возьми. Иди хилься. Жесть. Ты кто? Иди на место. Ты давай. Штопор тебе дадим. Дабы увернуться. Угу. Высота низкая. Замечательно. Где у нас точка сзади? У меня последний двигатель остался. Получается, да? А, нет, иди пилота похили. Зенитный огонь мы обошли. Один двигатель у меня красный. Иди лучше положи на место. Так, отлично, ты. Уклонение. Ну мы на второй, наверное, попадем, да, зенитный огонь? Нет. Не, на второй тоже не попадаем. Все, давай, меняй курс. Отлично, все хилятся. У-у-у, мы тут пролетели, хорошо-то. Давайте мы тогда сейчас попробуем, знаете, как пройти? Мы просто всех в теплую одежду оденем, карта. Давай, сюда нам. Ты вообще будешь красавчик. Кого тут еще хилить? Тебя. Так, сюда сейчас. По топливу должно быть все окей. Угу, все хилятся. У меня полностью дырявая корыта. Даже надгрызанный двигатель. И молния еще в меня бьет. Да хорош! Заканчивай там. Еще и вражеские ястребы. Что плохо. Хотя мне все равно, я уже всех отхилил, да, получается. Да хватит. Игнёте страдать. Ты давай тогда фугасный. Должны разбить их прям быстро. По радисту прилетает неплохо так. Горим, да? Иди бери. Огнетушитель.
Туши. Ты тушить-то пойдешь сегодня пожар? Блин. Да блин. Беги, быстро. Чини. Сел. В одном месте как встанут, так вообще жесть. Давай, хорошо, иди. Клади огнетушитель. Или он уже использован? Хиль его. А он может быть уже использован. Мы вообще сегодня дойдем или нет? Что-то мне кажется, что мы, скорее всего, не долетим. Надо сейчас чекнуть. Все, полстолба у него есть. Давай мы посмотрим, что у тебя. Перельем чуть топливо. Иди, похиль его. Да что ты будешь делать-то? Откуда ты-то? Да. Вот так вот. Ты. О, отлично. Ну пусть будет на всякий случай. Этого сейчас хотя бы до полстолба подхилим. У меня всего два двигателя, один из них красный. Не знаю, каким чудом я вышел из боя. Даже не представляю. Полстолба есть. Давай, иди сюда. На 4 минуты объединенные. У меня уже все красные. 2 минуты нам лететь. Ну, может быть, да-да, должны долететь, в принципе. Молодцы, вы прям вовремя. Я уж всех позбивал. Так, и что у нас получается? Что у тебя тут есть? Аварийное приземление. Да, если я нажму, то что будем? То что будет? Что будет? Я не знаю. На шасси. Или одной. Или я не знаю, короче. Держись, еще чуть-чуть. Должны. Если, конечно. Блин, по топливу все плохо. Очень плохо. Мы уже, в принципе-то, на подлете. Но если он свои выкрутасы, вот эти финты, не будет крутить. Стоп. А я чего-то не понял. Дай-ка мы отсюда сюда все закинем и все. У меня всего два двигателя справа. Не все. Нам должно хватить. Давай, выпускай шасси. Да нормально у нас. Топливо мигает. Да нет, у нас вроде все шасси. Потому что, ну, у меня слева все равно нет двигателей. А справа два. Ну и все, объединенка мне не нужна. Давай ты похилишь вот этого хотя бы. Так, ты там на посадку-то будешь заходить? Алло. Дядька. Нормально у меня там еще по топливу. Сколько у меня там? Куда ты там все кружишь? А, вон она. Все, понял. Вопросов нету. Так, заходит, да, на посадку уже. Что там по топливу? Покажи мне. Объединенное. Дадим объединенное на всякий случай. А то я в своем экипаже не особо уверен. Да, сильно прилетело.
Сейчас будем тогда переодевать наш экипаж в утепленный. Утепленный костюм. Да я уж вот вижу, все шасси на месте. Это хоть и красным горит. Да топливо у нас еще нормально. Не отвалится шасси? Нет, и не развалились. Но миссию мы не прошли. Очень долго летели. Продолжить. Все, что ли? Ну все, сейчас мы... А, и денег мне не дали. Нет, не в экипировка экипажа сейчас зайдем. Тебе, значит, головной готовый набор мне надо. Стандартный, базовый, хорошо утепленный набор. Давай. Тебе. Хорошо утепленный набор. Экипировать. Тебе. Хорошо утепленный набор. Тебе. Хорошо. Денег нету. Давайте мы тогда сейчас пройдем миссию. Сколько он стоит? По 400? Да, мы сейчас пройдем еще одну миссию, подфармим деньжат, и надо будет всех переодеть тогда. Здесь у меня что? Очень высокий риск, не хочу. Это тоже. Здесь-то я могу немного подфармить. Охота под водой, да? Суда союзников находятся под угрозой атаки подводных лодок в Северном море. Нам поручено выследить и потопить этих негодяев. Да, погнали? Сейчас выследим и потопим. Все, взлет. Высота сразу средняя. Отмечаем курс. Три подводных лодки нам надо уничтожить. Все, ускорение. Ты втянуть шасси. Да хотя знаешь что, можешь на низкой высоте лететь. Минута 40. Все, топливо нормально. Эти все в утепленке у меня сидят, да? Ты пока сиди на месте. И не дергайся. Так, смотрим. Смотрим на карту. Минута 30. Даже с ускорением. Или у меня ускорение уже в КД пошло. Пока не знаю. Новая точка на радаре. Минута 30. Отлично. Все, сейчас будем уже минута 20. Ну-ка, давай-ка ускорение. Сколько ты нам? Минута 10, минута. Да побыстрее долететь уже, да разбомбить их. Так, если что, еще надо будет вызвать спидфайров. Пусть они меня прикрывают. О-о-о, все так серьезно у вас, ребят. Родись, давай, вызывай спидфайеров. Ты носовой, курсовой пулемет. Готовься. Фокусировка, ты. Фугасный. Хорошо. Ой, как хорошо. Все, вообще их прям разобрали и не заметили. Давай, бомбер, мы уже подлетели на место. Первая точка понеслась. Открыть створки, будем еще доп. Задание делать. У тебя есть ускорение? Есть. Давай ускорение, потому что она может уйти у нас под воду. Бросаем. Сюда. Будем фоткать. По топливу у нас все должно хватить. Автоматическую маркировку сделай. Делаем снимок. И идем сюда. Так, выбираем нашу кассету из трех бомб. Давай, есть ускорение. По кому ты там? Зажигательный дай. Ты фугасный дай. Все, подводку упустили. Подводную лодку упустили. Значит, будем здесь кружить. А это что было?
Стоп, я же... Стоп, это что такое было-то? Я видел, у меня было в окулярах что-то. Но она же вроде как ушла под воду. Это же есть. Надо было кидать. Так, где у нас тут объединенная полбака? Радар показывает. Радар, давай. А это что у меня? И там есть. И там появилось, и тут появилось. Давай ускорение. Это мы, наверное, не успеем, да, сюда подлететь. Успеем, нет. Вроде успеваем, следим за ней, хорошо. У меня там еще истребитель, что ли? Есть еще одна. И за третьей идем. Так, у меня получается, что у тебя есть объединенку. Давай, пока здесь кружим. Где-то здесь должно быть. Дио. Давай, я же не могу тут вечно кружить. Ускорение-то готово, но я не вижу ни одной подлодки. Всплывай давай. Блин, а? Потопливаться. Чуть меньше полбака, конечно. Ну тут кружим пока что. Ну я уж понял, что мы за зону-то вылетели. Где хоть одна? Хоть одну подлодку. Зажигательно перезаряжено. Радар показывает, это хорошо. Давай, быстро. На ускорении. Топлива нам должно хватить на обратный путь, не боись. Все, газ на полную. Сейчас будем бомбить. Я просто не представляю, как еще мне вот эту сейсмическую бомбу скидывать. Закрываем створки. И убегаем отсюда. Садись за пулемет. Я говорю, садись за пулемет. Потому что радист сейчас будет автоматически всех выделять. Кто первый стреляет, тому фокусировку даем. Тебе фугасный. А хвост пока молчит. Так, раз уж хвост молчит, ничего страшного. Все, всех позбивали. У нас даже еще хилить. Хилить можно даже кого-то. Кто-то получил немножко. А, ничего себе, немножко на пол столба. Ну пусть он идет его пока хилит. Так, новый курс. Сюда. Ты его хиль пока. И надо посмотреть, сколько у меня там топлива. Так, ты что нам скажешь? Минута 30 нам еще лететь. Я думаю, нам топлива хватит. Сейчас мы его на место посадим. Еще даже ускорение дадим. Ну, это я так думаю. А там оно как выйдет. Все, хилить он закончил. Давай садись, что по топливу нам покажи. Нам надо будет еще пройти миссию с этим. Какой-нибудь бонус получить. Топливо еще на 13 минут. Лететь нам 50 секунд. Давайте ускорение. Ты будь готов. Сейчас будем выпускать шасси. Угу. Выпустить шасси. Вот наш аэродром. Давай уже все, сажай птичку. Не кружился бы. А, тут, кстати, я же забыл. Давайте сразу ускорим, чтобы по 3 часа не ждать и серию не затягивать. Ты же у нас на месте сидишь. Давай, быстрее. На ускорении. Чего? Как бы он долго бы заходил на посадку. Это да.
Это он любитель по 3 часа заходить на посадку. Все, приземляемся. Все. Задание выполнено. Надеюсь, сейчас у меня хватит, да, всем на утепленные костюмы. Надеюсь. 1000, 2, да, должно хватить. 7000. О, хорошо. Даже кого-то прокачали. Экипировка экипажа. Так, эти все в броне, я понял, да? У тебя что стоит? Готовые наборы. Хорошо утепленный, хорошо утепленный. Хорошо утепленный набор экипировать. Тебе хорошо утепленный набор экипировать. Тебе тоже хорошо утепленный набор. И тебе хорошо утепленный набор. Все, вроде бы все, да? Хорошо бронированный, улучшенный. И воздушное судно надо зайти, посмотреть мне по фюзеляжу. Везде МК-7 практически стоит. Да, мне хватает. А, по деньгам не хватает. Да и ладно. Такая у нас серия сегодня получилась. Сделали также, опять же, 2 вылета. Один из них у нас прошел неудачно. Это вот эта заключительная миссия. Один точный бросок сейсмической бомбы с большой высоты. Я не знаю, как мне это сделать. Попробуем тогда в следующей серии пройти. Ну, если что, придется как-нибудь загуглить, может быть. Как правильно. Или кто-нибудь в комментариях напишите. Не знаю. А с вами был Вузи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.